Так, обменяем ему мяч на глаз. Давайте. Отлично. Надеюсь, он будет доволен. Я тоже надеюсь. Мне кажется, он даже не заметил подмены. Чудные все-таки они. Они как акробаты. Привет, ребята! Мне нужен шлем. Вы его еще не нашли? А я и забыл. Ой-ой, неудобно вышло. Так, мы дали ему глаз. Что дальше? Он приглашает нас внутрь. Пойдемте. Оп! Ничего себе! Никогда раньше я не был под водой. Я тоже. Какие странные тут создания. Ага, но очень красивые. Давайте попробуем направо. Давайте. Мне кажется, где-то здесь должны быть кристаллы. Хорошо бы найти один из элементов. Будьте внимательны. Так, здесь ничего. Попробуем поискать еще. Давайте направо. Мне кажется, я что-то видел внизу. Посмотрите. Вот же он. И правда. Ты молодец, грибочек. Зоркий глаз. Умничка. Так, кристалл нашли. Поднимаемся. Мне кажется, нужно направо. Смотрите, какие светлячки! Красивые! Тут ничего. И тут тоже. Здесь мы уже были. Ого! Куда это мы попали? Он предлагает сыграть нам в гонку жучками! О! Давай, давай! Нет, только не влево. Ну давай, давай! Мы должны выиграть. Я стараюсь. Он тебя толкнул. Вот негодяй. Давай, у тебя получится. Мы в тебя верим. Я стараюсь, ребята. Главное сосредоточенность. Еще чуть-чуть. Давай, Фазелис. Молодец. Ты победил. Так нечестно, так нечестно, так нечестно, нечестно. Это шлем. Мы его нашли. Отлично. Так, здесь можно что-нибудь еще отыскать? Не знаю, давайте посмотрим. Я не думаю. Тогда садимся обратно. Снова под водой. Ага. Признаюсь, мне тут не очень комфортно. Согласна. Здесь так темно. Нам, наверное, пора. Да, ребята, нужно отсюда выбираться. Точно. Еще немного, кажется, туда. Так. Может быть, вниз? Нет, нет, мне кажется, наверх. Давайте попробуем. Мы снова заблудились. Ой-ой-ой. Неудивительно! Это целый подводный лабиринт! Это точно. Здесь мы уже проплывали. Нужно найти выход. Давайте наверх. Поплыли. Вот сюда! Правильно! Ну вот, наконец-то. Спасибо, что подвез. Так, здесь недалеко. Вот они. Такие забавные. Мы принесли тебе шлем. Так быстро? Держи. Спасибо вам большое, ребята. Вы мне так помогли. Спасибо. Ой, и зачем он это делает? Какой бесстрашный паренек. Так, ну что, я почти готов. Сейчас взлечу. Ой, 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 ой. Ничего себе, он цел? Думаю, все в порядке. Смотрите, это какое-то представление. Ого, ничего себе. Давайте посмотрим. Что он делает? Он его дрессирует! Ого! Этот парень невероятно смелый. Настоящий храбрец. Справился с самим зубастиком. Ого! Ой! Или не совсем справился. Он его схватил! Он его проглотил! Это что? Кристалл, ребята, нужно его забрать. Скорее. Нет, он его не проглотил. Ого! Это часть шоу. Ничего себе, какие артисты. Кристалл нам пригодится. По-моему, налево. Идем. А, так это другой зубастик. Привет, ребята. Как поживаете? Какие они забавные. Так, дадим ему последний кристалл. Он его скушал. Но почему он не отдает нам элемент? Я не знаю. Я тоже. Это странно. Ничего, мы его достанем. Thank you.
подпишись на наш канал и поставь колокольчик.